5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Goodman 1. Это довольно-таки огромная база, которая понадобится 3C4. Поэтому я сразу буду хавать рыбные котлеты, чтобы уменьшить шум, и сразу же поставлю готовиться еще одни такие же. Я их использую только в таких случаях, когда база реально большая. В основном они не попадаются так часто. Но когда есть возможность, почему бы не использовать? Взрыв трех сишек — это уже где-то 50 шума почти. Плюс там еще некоторые ящики будут задеты. То есть около 70 шума тремя взрывами не обеспечено. Так будет на 5-6 поменьше. И это, в принципе, уже очень даже хорошо. Так, вот здесь я, например, появился очень неудачно. Потому что мне надо взрывать с противоположной стороны. А это значит, что от громилы побегать особо не получится, если мне надо будет каждый раз сюда прибегать. Так, блин, а где тут вообще дверь-то? Вот как-то вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается вот здесь. Ладно, давайте взрывать вот здесь. Я не знаю, взрываю я дверь или что. Надеюсь, правильно. Да, взорвал правильно. Фу. Вторая сишка идет сразу после. И третья сишка идет вот сюда. Так, готово. Зашли мы вот отсюда. Сломали еще вот здесь. Стенд тут пустой, к сожалению. Но нам это и не особо-то надо. Вот этот ящик, который я еще не открыл. Вот этот вот второй. Полон краски. Там все цвета радуги. В том числе и белая, если кому интересно. Вот эти два ящика тут с этой брони и чуть-чуть хила. Там буквально 20 винтов, 20 аптечек и по 2-3 сета брони спецвойск. А мы начнем, пожалуй, с того, что я уже сломал. Вот этот вот ящик. Тут миниганчик есть, аптечки есть и сет брони. Давайте положим его. Посмотрим. Да, вот тут есть полноценный сет. Нормальный. Мы его сейчас сразу и наденем. Так, дальше. Вот здесь у нас глоки, еще 4 сета брони спецвойск. Не знаю, куда мне их девать буду. Вот в этом ящике, который я уже сломал, должны быть глоки. Да, еще один сет брони спецвойск, плюс еще бинты, аптечки вернее. Вот в этом ящике 3 глока и военный сет брони. Офигеть, сколько тут сетов, а? Вот в этом ящике, третий, тоже есть глок. И, разумеется, сет брони. Как даже без этого. И вот в этом ящике лежит ракетница. Так, ну вроде бы все, что надо, открыл, по сути. Сколько у меня шума? 86. Вот эти три ящика я открывать не буду. Там ничего интересного такого нету. Открою я вот этот ящик, заберу мини... Нет, ВСС, дробовик и глок. Плюс еще два топорика есть. И, наверное, пойду быстренько умру. Прежде чем продолжить рейд, скажу вам, что в пикапе вы найдете броню военную в байке. Тут ничего интересного, можно разве что бензин слить. И еще одно такое замечание. Я в прошлый раз, ну, где-то раза 3-4 назад открывал вот отсюда. То есть я ломал вот эту вот дверь, взрывал, потом вот эту вот взрывал. Также тратил 3 сишки, но заходил вот с этой стороны. Это не очень удобный вариант, так как вот здесь есть ловушка. Если зомби там будут пробегаться, шума будет намного больше. Поэтому было принято мной решение заходить вот отсюда. Здесь немного непонятно, потому что не видно, где находится дверь. Но если вам будет удобнее, то взрывайте раз, два, три, четыре, пятую стенку. Вы полетите туда, куда надо. Так, глок сюда, это сюда, бинты сюда. Буду забирать сеты брони. Что делать-то? Так, два сета точно смогу забрать, так как байк пустой. И плюс мой персонаж сам пустой. Так, и вот так.
Раз, два, три, четыре глока еще, бинты, аптечки. Нормально. И что бы сделать? Давайте с этой заброни забирать, что делать-то? Я был вынужден забирать их. Так, это вот так сделаю. Это можно схавать. Здесь что есть? Такой мне не интересен сет. Здесь еще есть один сет. Хорошо. Здесь ничего нету. Единственное, что меня немного смущает. Вот эти два ящика, я точно помню, что тут с этой брони оружия тут нету. Здесь краска лежит, если кому интересно, вот в этом ящике, как я говорил. А, вот этот ящик надо открыть, это точно. И я надобью еще вот эти два. Готово. Давайте открою сначала вот этот, который надо было открыть в самом начале. Так, здесь у нас глок лежит, катана лежит, и аптечки, и бинты, и все в этом духе. Вот этот сет... Ой, ящик открой, посмотрю. Пусто, окей, не зря не открывал. Вот этот тоже пусто. Блин, громила прибежал. Давайте вот так обойдем, ребят, с этой стороны. Вот так, громилка, молодец, красавчик. А, тут тоже ничего интересного нету. Поэтому, ну, тут ладно. Либо громилу еще потроллить чуть-чуть и пойти забрать что-то еще. Давайте попробуем как-то его отогнать отсюда. Освободил я место для еще одного сета спецвойск. Как раз 4 ячейки. Заберу его и свалю больше. Мне неохота тут геморроиться с ним. К тому же огнестрела я больше не вынесу, это точно. А вот здесь вот сет как раз меня ждет. Давайте вот это могу ящик открыть еще. Тихо. Вот. Показать вам, что там... И в ближайшем ящике тоже с этой брони валяются. Ладно, идем на базу смотреть, что нам удалось вынести с помощью 3C4. Кстати, ребят, хочу заметить, несмотря на то, что рыбные котлеты, которые я съел в начале рейда, были с серебряным рангом, то есть длились 15 минут, еще 2 минуты у меня осталось. После того, как я закончил рейд, умер один раз, вернулся. И вот, собственно, лутец. Тут немного бинты мои перемешались, но не суть важно. Так, получается у нас 5, 6, 7, 10 глоков, дробовик ВСС, ракетница, миниган, катана, пусть будет 40 бинтов, 20 аптечек, 5 сетов брони спецвойск. И вроде бы как все. Но это будем считать, что я пришел в нем. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.